Всем привет, с вами Арсений, магазин Тупэм, и видеообзор товара, представленного в нашем интернет-магазине. В данном случае это у нас подвесная система для хранения спиннингов. Вот. Показываю ее у себя. Почему? Потому что раньше сам мучился с тем, куда поставить спиннинги. Хранились они обычно где-то в углу. Вот. Но немножко решили все преобразить. Система у нас называется как подставка для хранения спиннингов Tokyo 3. 3, потому что у нас помещается здесь 3 спиннинга. Или, как видите, у нас здесь есть также телескоп. Вот. Устанавливаются и снимаются они достаточно просто. То есть заводим у нас в эту сторону и заводим сюда. То есть мы вынимаем спиннинг с крючка и вынимаем спиннинг из отверстия. То есть спиннинг у нас надежно закреплен на потолке и никуда уже не денется. Катушки при установке нескольких спиннингов не мешают друг другу. И наши спиннинги остаются длительное время, особенно это на зимнее хранение. Спиннинги у нас получаются в целости и сохранности. Мы об них не спотыкаемся. Соответственно, они остаются в целости и сохранности. Кроме того, данную систему Tokyo можно установить на стену. Ничего от этого не меняется, все то же самое. Устанавливаем. И спиннинги также у нас хранятся на стене с прямым доступом. Понравилась данная система для крепления спиннингов, заказывайте у нас на сайте. Подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Арсений. Рекомендую.